Российское государство за время существования имело не одну версию флага. История триколора начинается в 17 веке. Его автором считается Петр I. Тогда трехцветным знаменем обозначали российские военные корабли. Но официально национальным символом он стал при Николае II в 1896 году. Спустя почти 100 лет президент России Борис Ельцин подписал указ о дне государственного флага Российской Федерации. И привычный нам бело-сине-красный вернулся. С тех пор 22 августа мы отмечаем этот праздник. В честь дня государственного флага в Москве собрали большой триколор. Его части привезли со всех регионов страны. Это символизировало единение народов России. Активисты из Бурятии присоединились ко всероссийскому флешмобу и тоже подготовили кусочек от республики. Флаг России – это символ нашей страны, символ сплоченности разных народов в одно целое. Для меня лично это гордость за мое отечество, за моего отца, маму, братьев, дедов, которые защищали родину. Я думаю, это не просто даже символ, это что-то большее. Акция прошла в Парке Победы на Поклонной горе. Никита Самбоцеленов, программа «Вместе», Мир Байкал.